Здравствуйте. В данном видео я тестировал возможность поменять свой голос на женский. Причем это было сложно, к тому же сделать его более анимешным. Ну, что из этого получилось, вы можете посмотреть на видео. Добрый вечер. У вас была не закрыта дверь. Кстати, твой дом какой-то смешной. Я бы советовала бы тебе его перестроить. Ну а сейчас ты спросишь, кто я. Я никто иной, как Крипер. Стой. Если ты еще раз дернешься, мне придется взорваться. Я здесь, чтобы сказать привет и взорваться. Ты чего такой грустный? Ты же няша, а няши должны быть веселыми. Ты милый. Сделаешь мне одно одолжение? Отказы не принимаются. Если быть откровенными, я уже давно за тобой наблюдаю. Ты такой милый. Я бы хотела поближе познакомиться с твоим ковальным телом. Ты же такой умный. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Но это все не важно. Признайся, ты ведь тоже хочешь этого? Или тебе не нравится мое тело? Почему ты не отвечаешь? И все же, ты великолепен. Я прямо сейчас слышу, как бьется твое сердце. Пожалуйста, ты же сам этого хочешь. Сделай это со мной. Ну, вот это вроде как конец. Смысла нет, но все же это немножко прикольно, да? Особенно для реальных майнкрафтеров. Если вы понимаете, о чем я. В общем, перевел эту фигню и озвучил Свергон.
Ладно, перевел не я, перевели с китайского или японского на английский какие-то чуваки, а я уже с английского на русский и все дела. В общем, это все. Сайвергон. Можете подписаться на канал, чтобы не пропустить какие-нибудь новые видосы. И до свидания, удачи и всех благ.